отделаны гробом, обтянуты раньше пыли кишкой. Раньше лишь 40, а ныне 160 евро. Просто безумие с этими ценами. Четыре струны, квартная постройка. Для пятиструнных то или си. Контрабас, тем лучше слышишь, чем дальше от него находишься. У меня дома я выложил все акустическими плитками. Стены, пол, потолки, дверь двойная, стекла двойные, полная звукоизоляция. А ведь это центр города! Раньше жили, Вагнер в Париже искал квартиры, но на каждой улице работал жестянщик, человек, который постоянно лупит молотком по металлу. А сейчас проведем тест. Я сыграю вам звук, ну, скажем, низкое фа. Пианиссимо. А теперь пиано. Ну, а сыграем между меццо-форте и форте. А теперь чуть-чуть поднажмем и... Сейчас! Сейчас! Инструмента.
Семья, министр в первом ряду, билеты стоят с ума сойти. Но мне наплевать, я даже не репетирую. Сара поет сегодня Вильгунду, для нее это большая партия, которая может обернуться провалом. Оркестра, 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 орк
сейчас что-то такое. Боже мой, я не влеку. Счастливый!